давно объявленная. Нас убивают из-за того, что каким-то политическим мотивом или экономическим. Нас убивают, потому что мы другие. Мы не такие, как они. И вот эта оголтелая ненависть, которая выражается в стреле наших мирных кварталов, в убийстве мирных жителей, и есть та ненависть, которую они испокон веков нам, наверное, питали. И она сейчас проявляется в самом зверином ее обличии. Вечная память людям, которые погибли под градами, под минометными обстрелами, под артиллерийскими снарядами, были завалены в своих домах, спаленные. Вечная память бойцам, которые с оружием в руках погибают каждый день на позициях. А всем остальным я хочу сказать следующее. Мы Донбасс. Это слово не только звучит гордо, оно к сердцу каждого из нас. Здесь наша земля, здесь похоронены наши предки. В эту землю ляжем когда-нибудь и мы. И пускай эта земля нас примет в своих сынов, в свои объятия. Достойных и честных, которые пронесли славу и гордость этой земли, не склонились ни перед какими испытаниями. И пускай наши дети знают, что эту землю сохранили наши деды и прадеды когда-то от немцев. Их сохранили отцы и передали своим потомкам. Вот за это мы боремся, за это мы умираем, и за это мы обязательно победим. Это святое дело, наше дело правое, враг будет разбит. А сейчас давайте минутами молчания почтим память погибших. Вам, дорогие мои, хочу сказать следующее. Поверьте, сколько бы нам испытаний на нашу долю не пришлось бы перенести, рано или поздно мы это все перенесем и сделаем ту жизнь, о которой мы мечтали, за которую мы сейчас воюем и которую мы обязательно построим. Большое вам спасибо за то, что вы есть. Низкий вам всем поклон. Я обещаю, что мы не подведем ваших надежд, мы с честью, мы помним подвиг наших дедов, 41, 43, 45 год. Мы достойные потомки, великие герои. До свидания.